Скажите, пожалуйста, что для вас акробатический рок-н-ролл? Чудо, самое хорошее на свете. Да, но оно как сила мощная. Что-что? Как сила мощная. Ага. А скажите, пожалуйста, вот насколько много вы тренируетесь? Мы тренируемся каждый день по 5 часов. Это какой-то кайф. Мне очень нравится, когда я танцую, я кайфую от этого. Смотришь, другие танцуют, и если кто-то танцует круче тебя, то ты хочешь еще круче танцевать, потому что это классно. Скажите, пожалуйста, кто вас заразил акробатическим рок-н-роллом? Никто. Сама. Петренко, мы пьем! Бомба! Зі спортом доступно та наркотики. Зі спортивним духом вперед до нових звершень. Это, во-первых, волнение, какое же ты все-таки место займешь. Вообще, в сердце бурят всякие-всякие эмоции, и ты не знаешь, что ты ощущаешь. У тебя есть и грусть, и эмоции, и радость, и все-все-все вместе. Что бы ты хотела пожелать участникам сегодняшнего соревнования? Чтобы не расстраивались и шли к своей цели.